name is Ksenia and we are on the backstage of Igor Gulaev. We love Fashion TV! Yeah, this is the first look and every girl has two or three different looks and today we are the stars, like Hollywood stars. Yeah, and we will be the greatest girls this season and in this fashion week. And look at us, it will be amazing. Сегодня это на мне, и я счастлив, что у меня есть возможность носить его красивую одежду на сцене и в жизни. Так что я в этом собираюсь в Прибалтику, у меня тур. Мне эта кольчужка от Гуляева принесет успех. Шикарно, роскошно, Игорь просто мастер. I'm boring. I always like black. For me, everything is black. But what he did today, it was amazing. But I would love to. There was a jacket he wore. I said, "Can I have it?" He said, "Okay, I will fix one for you." What's up, everyone? This is Arash, and I love Fashion TV. Amazing, wonderful, the best of Moscow, Samuel Lucci. Я вообще люблю Америку 20-х. И последняя коллекция моя «Немое кино», вы все ее видели, меня как-то очень зацепило. И я видел, насколько она затронула публику, которая ее видела, и вообще моих клиентов. Коллекция в кризисное время была очень продаваемой. И, слава богу, и сегодня продается, и не только в России. Конечно же, я не хотел останавливаться и сказал, давайте сделаем кино цветным. Раз уже 90-е, 80-е в тренде, я никогда, в принципе, не любил настолько эпатировать. Хотя сам в шоу-бизнесе, и, конечно же, понимаю прекрасно, что для творческих людей такая одежда понятна. Но раз она сегодня стала на улицах в мегаполисах, этот стрит-стайл сегодня весь стал ярким. Сегодня в Нью-Йорке, Лондоне, Москве, Токио, везде молодежь. Скоро в Париже. Да, новое поколение одевается ярко, ярко, сочно и эффектно. Почему нет? Почему нет? Почему мы не можем показывать то, что сегодня нет, у моды нет национальности, у моды нет границ. Неважно, кто она и где она живет. Она сегодня, если она хороший человек, она сегодня, находясь в Москве, хочет быть модной. Она сегодня, находясь в Токио, в Австралии, в Африке, она хочет быть везде такой же современной, такой же эпатажной, такой же в духе сегодняшнего дня. И я русский, не знаю, рожденный в Казахстане. Я вот таким хочу быть. Не хочу стареть, не хочу меняться. Хочу жить, наслаждаться и балдеть от того, что происходит со мной, и окружать себя такими же настоящими интересными людьми. Горжусь твоей командой, что она меня терпит. И горжусь, что мы все-таки находим время. И я в своем сумасшедшем графике сплю по 4-5 часов. Все-таки успеваю еще творить и делать. Hi, Fashion TV. My name is Igor Gulaev. I am a Russian designer. I love Fashion TV. Thank you.